Доброго времени суток, с вами Людмила и мои мысли вслух. Я вчера легла в 11 часов и вроде как даже задремала. Потом я проснулась, у меня с головой опять что-то такое, какой-то шум, свист. Я обычно в такие минуты принимала ценорезин, четвертую часть от таблеточки ценорезина. Я так их ножницами пополам, потом еще каждую половинку пополам. И вот эту долечку маленькую пью, и меня вроде отпускает, и в сон клонит, и я засыпаю. Но это дело не всегда. Вот последние дни, сегодня 23-е, вроде 19-го было новолуние или полнолуние, я не смотрела, потому что я сейчас без Ютуба и без интернета почти что, ну, никуда не смотрю и не знаю точно. И вот я лежу, и у меня вот такие нахлынывают, как волны, беспокойство. И вот только я пытаюсь задремать опять, у меня какие-то... Опять я просыпаюсь, потом появился кашель, я водичку пила. Я услышала, что и дочка у меня проснулась, тоже начала ходить. Я закрываю глаза, и у меня картинка такая, мой дом, а вверху космические корабли. То ли я в просонье, то ли я, ну, вроде не спала. Точно не спала. Но закрываю глаза и вижу инопланетян, какие-то картинки инопланетян. И вот свой дом вижу с инопланетными кораблями. Я это наваждение считаю и как бы, ну, стараюсь не думать, отбрасывать. Потом я все-таки встала и одела на свою голову такой шлем, колпачок из фольги. Я делала до этого. Они так рвутся, фольга непрочная, и у меня так получилось, что там несколько колпачков, один вставленный в другой. И вот лежала, вроде бы чуть-чуть успокоилась голова, да даже не чуть-чуть, а начала постепенно успокаиваться. Я сколько лежала, я на время не смотрела, специально не смотрела. Потом услышала в левом ухе, я сплю возле окна. Вот это, мне кажется, плохо. Надо переставить кровать. Прям вдоль окна я поставила свою кровать. Я в левом ухе, в правом, которое возле окна, я услышала свист такой. Ну, вот как на радиоприемнике такие частоты. Частоты прям. Я сдернула этот колпак, и свист потихонечку раз-раз и ушел. Я полежала, опять одела этот колпак. Взяла вторую подушечку повыше, поставила под шею. Удобно устроилась, укрылась тепло. Сейчас апрель, ночью, конечно, холодно, а днем тепло, и я батареи все равно выключаю. Краник у нас там такой на батареях, я отключаю отопление. Просто укрываюсь потеплее. И я заснула. Я заснула без таблеток и без ничего такого. Вот мой опыт. Свиста в ушах, когда говорят, что это от старости, от возраста, от болезней, от давления. Я не думаю, что это у каждого какой-то случай. Вот на данном этапе у меня, я считаю, это воздействие, стороннее воздействие каких-то, может, инопланетных кораблей. Пусть кто-то меня считает не очень
нормальной. Это, конечно, не есть хорошо такое рассказывать. Но что я видела, что испытала, я все честно рассказала. Если у меня бывает давление, то оно не так проявляется. Это были какие-то частоты, вибрации, или как их назвать, или какой-то оператор там нажимал на какие-то кнопочки. Ну, у меня все это прекратилось, и я уснула. Все-таки колпачок мне помог. А утром я его там дооформила, укрепила липкой лентой. Слишком он у меня разъезжался и рассыпался. И следующую ночь попробую поспать в этом колпачке и посмотреть, как я буду спать. Пока все. Всем привет, приятных всем снов. С вами была Людмила.